Друзья, привет! Вы очень часто спрашиваете, чем отличается сила удара от мощности удара. И я думаю, что лучше, чем Стефан, никто нам это не объяснит. Стефан, привет! Вот. Привет, ребята! Смотри, когда мы говорим об силе, сила – это как сами тяжелый вес, который мы могли сделать. Когда мы говорим на сильно, это на говорим, например, максимум повтор. Если я добавлю примерно, я хочу даже пример показать, чтобы сила, да, например, есть 50 килограмм. И вот смотри, это сила, это сила от моего удара, это 50 килограмм. Но это не означает, что это мощный удар. Почему? Потому что мощность, по сути, как математика изучаем, это сила, скорость, умножим на скорость, и тогда получается мощно. Если ты смиряем мощность, здесь нет, но там мы могли смирять в предыдущем видео, наш, который с Кайзер прибором, помнишь, там сделал, и тоже можно это легко регулировать. Если скорость очень низкая, сила высокая, мощность, но затем мощность низкая. Чтобы мощность была хорошая, я должен примерно работать от 20-30, не больше 50% от максимума спортсмена, но тогда скорость уже побольше. Это было 50 килограммов, теперь буду сделать наполовину, 27, чуть больше половины. Теперь смотри скорость. Если смиряем на прибор, либо как на кинео, как мы сделали видео, либо на кайзер, либо с датчиком push-band, который еще видео. Сегодня, на настоящий день, очень много приборов. А тогда мощность это была очень высокая. Что мы должны сделать? Это означает, что один плохой, другой неправильно. Надо узнать, как и в какое-то определенное время использовать. В начальной подготовке, если ты, например, 3 месяца, да, подготовка, больше вес, меньше скорость, работаем на силу. На силу все мышцы, которые воздействуют, участвуют в ударе. Когда сближаемся к бою, изнизим, уменьшаем вес и внимание на скорость делаем. И тогда мощность получает. Тогда мощность – это скорость умножим на силу. Все понятно, Стефан, спасибо. Давай! Все.